Я испытываю то чувство, когда приходишь после хорошего отпуска, первый день на работу, и ты не понимаешь, что делать, что нажимать, кому звонить и что говорить. Вот примерно сейчас вот я в таком положении. Напишите комментарии, у кого такие чувства были когда-то, или есть, или будут. Здравствуйте. Мы снова в эфире. Друзья, доброго дня. Дим, тут, знаешь, вспоминается бриллиантовая рука. Шеф, все пропало. Гипс снимают, клиенты уезжают. Таня, мы приехали в Икею, что делать? Поэтому я, наверное, сегодня буду больше всего отвечать за видеосъемку, а за ораторское мастерство все-таки ты. Хорошо, договорились. Друзья, ну что, опять нам скажут, что мы болтаем много. Рада вас видеть. Февраль 2022 года, мы в магазине Икея Нижний Новгород. Наконец-то мы добрались, строители отпустили Диму. На один день. На один без день. Ничего. Да, то есть теперь пока мы будем приезжать по одному дню, но хотя бы так, чтобы начать возобновлять работу канала. Поэтому вы нам очень поможете, если сразу после выхода видео дадите активность. Сохраните видео, поставите лайк, перешлете его в соцсети. То есть показывайте Ютубу, что мы вам снова интересны. И мы вернулись. И мы вернулись. Это на самом деле важно очень сделать, поэтому у меня большая просьба к каждому. Не жалейте, пожалуйста, лайки и не жалейте репоста. Итак, магазин. Ой, народа нету, куда он делся, не знаю, даже парковка на доставку пустая. Ну, в принципе, нам это на руку, потому что мы совершенно спокойно можем снимать. Ну что, Дмитрий Юрьевич, пойдемте? Сегодня мы пробежимся по новиночкам, а новиночек у нас скопилось. Очень много скопилось. Мы 2 месяца не снимали, поэтому будем сейчас по максимуму все наверстывать, показывать и рассказывать. Поэтому вам не только печеньюку придется с чаёком пить, но и, наверное, даже пообедать. А может и поужинать. Вместе с нами. Друзья, если вы скажете, что какие-то новинки уже не новинки, они, например, появились в декабре, не обессудьте. Для нас они новинки, мы их вживую еще не видели. Последние новинки мы снимали в ноябре. В принципе, все обстоятельства вы узнаете. Все есть в прямом эфире, который был посвящен вручению серебряной кнопки. Пойдем. Все, погнали. Не отходя от кассы, мы сразу в отделе диванов. У моего любимого дивана Ликскеле появились новые чехлы. В принципе, смотрится интересно. Давай посмотрим по выставке, что у нас нового. Цветной. Тут папа немножко сейчас косячит. Серый, зеленый. Ну ничего, сейчас это. Я забыл, что нажимать. Руки вспомнит. Так, пойдем показывать. Значит, 1,40 м с зеленым чехлом. Ну, стал стоить 25. То есть каркас 8, матрас. Но сейчас матрасы хорошие, Мурба. Это не, ну, как бы, если вот брать раньше Лискеле, то Мурба был самым давайте лучшим ткань матрасом. Покажешь. Ткань очень Дим напоминает подушки, такие же выбитые, на Г называются, потом их покажем. Они хорошо сочетаться будут. Единственное, что меня смущает, то ли не до конца его натянули, то как-то вот он. Да, он не до конца, скорее всего, натянут, либо его просто покупатели поюзали. Так, дальше еще один чехол. Тут уже ценник побюджетнее будет. Это чехол 3500. В принципе, хороший. Можешь поближе подойти? Хорошая плотная ткань, в детскую вполне достойно, форму держит. Ну и такой, знаешь, необычный для дивана. Вообще, чем хорош Лискеле? В сложенном виде это диван. Маленький диванчик, такое креслице двухместное. А когда вы раскладываете, у вас полноценный диван-кровать. У нас 2 Лискеле Лёва с маленьких 80-очки, и живут они уже очень давно. Надя у нас долгое время спала на таком кресле, то есть там полноценный ортопедический матрас, поэтому можно не беспокоиться за спину. Так, шифтеба у нас было, пойдем вот сюда переместимся. Так, смотрите, у Лискеле все-таки есть еще выбор матрасов. И помимо Мурба есть Левос, то есть матрасы разные. Они разные по плотности. Может быть, мы где-то найдем отдельную выставку, чтобы было видно. Так, давай теперь разбираться. Чехол Лискеле за 2999, это Ранста не окрашенный, то есть это самый бюджетный. Он будет немного собирать мусор, потому что на него даже, например, это видно. Учитывайте эти моменты. Ну, разница в деньгах не сильна, если только вам вот именно критично в таком цвете. Но это такой самый бюджетный чехол, и он не так опрятно смотрится. Вот из всех новых мне больше понравился жесткий голубой. И точно такой же, как зеленый, серый. Какие моменты по серому? На темно-сером цвете, как и на синем, всегда видно весь мусор. Учитывайте, пожалуйста, этот момент. В зеленом цвете ткань более тактильно смотрится, лучше. Ну, в принципе, все. Поближе покажем серую? Я показывал. Ты показывал. Все, пойдем дальше выискивать. Диван и Плариут. Зарекомендовал себя, в принципе,
вполне достойно за те месяцы, что он появился в продаже. Мы вам показывали первый эплорют в другом оттенке еще в Краснодаре в ноябре. Здесь у нас эплорют Лейда светло-серый. Ребят, кто уже успел данным диваном обзавестись, расскажите, пожалуйста, как вам он? Потому что диван, в принципе, визуально выглядит достойно. И клиенты, которые брали данные диваны, ими полностью довольны, они их устраивают от и до. Ну, все то же самое, только в более светлом цвете. Кстати, в этом цвете он более выигрышно смотрится. И вообще в любой интерьер можно будет воткнуть. Это самый такой вот нейтральный цвет. Я хочу что-нибудь еще нового показать. Или мы строго по отделам? Строго. Ну что, мы дальше продолжаем ход по новинкам. Сервант Air SNES 27 000, 180 на 79 под березу. А заглянули ему под хвост. ДСП, световидный наполнитель, пленка. И у меня вопрос. А что так дорого? Кстати, по поводу ценообразования IKEA. Угу. Наверное, мы сообщим заранее нашим подписчикам, что ожидается еще повышение цен и не один раз. Да, еще ждем зимой и в начале весны. И по этому поводу, наверное, я скажу первый раз. Если вы нашли альтернативную IKEA в других мебельных магазинах, приобретайте там. Берите там. Но да. Соотношение цены, качество, визуала. К сожалению, IKEA стагнирует. И ничего позитивного уже я не вижу в ней. Как говорится, не будем вспоминать прошлое, но раньше было намного слаще, вкуснее и интереснее. В советское время квартиры бесплатно. Нынешние реалии меня очень огорчают. Это я очень кратко сказал. Да, давай сейчас подробности я не буду высказывать. Без полемики, просто в каком плане каждый, ну, выбирайте, включайте голову. Для этого, в принципе, наши обзоры нужны, чтобы вы могли понять еще качество. Последние две копейки вставлю. Ты еще не знаешь, но я уже начинаю присматривать мебель не из IKEA, в наш будущий дом. Посмотрим, поживем, увидим. И, кстати, есть альтернатива по демократичным ценам. Вот ты сейчас говоришь, говори тогда название магазинов, давай ссылки, люди спросят. А я еще не купил, я только рассматриваю предложение. Мы сейчас IKEA снимаем? Пойдем. Ну пойдем. Или мы уходим. Не, просто надо людей предупредить, что IKEA уже не та IKEA. И продолжаем. Возвращаемся к серванту? Да, да, да. Покажи, пожалуйста, название и цену. 27 тысяч рублей. Air SNES доступен в рассрочку, радует. Значит, смотрите, по составу. Это полностью пленка, массива здесь как такового нет. По крайней мере, нет в описании. Да, все пластиковая окантовка, бумажная пленка. Выглядит как будто бы под дерево. Размеры 180 на 79, два больших отделения. Полка регулируется, как в принципе у Беста. И два выдвижных ящика. И из такого хорошего кленовой ножки. И ручки из этого же материала. Фурнитура хорошая. Да? Да, угу. Кстати, плавное закрывание двери, ну-ка, петли вот, выезжающие. Так, ящик я кину. Вот тут, кстати, к сожалению, не видно, они... Сейчас мы попробуем вам показать снизу. Как у паксовских вот здесь, да? Да, 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 да. Как у паксов. Кидаю? Да, закрывайте. А? Закрывайте. Да, плавненько. И теперь эту? Ну, почему-то я так заметил, тут с левой стороны одна петля, а не две, все, ошиблись. Две петли с плавным закрыванием вверх. Конфеты можно по ночам тырить неслышно. Так, давай не будь далеко уходить. Пойдем сюда. Еще одна новинка. Сервант Клакенес. Черный дубовый шпон, коричневая морилка. 30 тысяч рублей. А здесь у нас все то же самое, но присутствует уже дубовый шпон. Блин, тридцатка, Тань. Но это 27. Я не могу это, такие цифры воспринимать. Ты два месяца не был в IKEA, и тебе дурно, жестяк, да? Это полный, блин. Ну, нет. Я не готов на такие траты. 120 на 97. Два выдвижных ящика. Давай проверять ход. Ну, а это то же самое, фурнитура, как у Pax. И покажи, вот, или ты его показал уже? Я показал. И две вот таких дверки. Такие же петли, такие же полочки. Слушай, это то же самое, что вот мы сейчас смотрели длинный, только в высоту поднятые ящики вместо ширины. Единственное, конечно, пыль вы будете протирать каждый день с него. Но мне очень нравится, то есть он неплохо будет с кухней, с вакс-торп сочетаться. Хотя за эти деньги
Можно из кухни взять. Тань, 30 тысяч рублей. Мы обзоры сегодня доснимем или мы будем это... Люди месяц работают, чтобы заработать эту сумму. А это просто предмет. Поэтому к нам в Сибирское. Да. Там можно заработать. Это не реклама, и не ходите в Сибирск. Почему? Потому что мы снимаем Икею. Ограничитель для книг. Золотой. Спайл 349. Давай смотреть, как... Как работает. Ну, получается... Или он все-таки зацепаться должен? Вот как. То есть он одевается, получается, на полку. Правильно я понимаю? Да? Я предполагаю, это где-то более на более узкую полку рассчитано. Ну, логично, чтобы места столько не оставалось. Вот книжки так выдвигают. Ну, да. Ну, слушай, штучка интересная. Визуально красиво смотрится. Как два человечка вместе. Ну, тут как фантазия, у кого сработает. Ребят, что нашли в Нижнем Новгороде? А я, кстати, в цвет интерьера. Дмитрий Юрьевич, молитвами. Не знаю, совпадение, не совпадение, Татьяна Павловна, как ты думаешь? История умалчивает, по какой простой причине. Кстати, друзья, сразу к вам вопрос, кто Нижегород? Я с вашего разрешения присяду. Туфли новые не разносила. Значит, смотрите, мы снимали в октябре геймерскую серию. Она поступила во все магазины России. Скажите, пожалуйста, Нижний Новгород, примерно, может быть, вспомните, когда у вас появился данный интерьер? Сразу или серия была сначала раскидана? Вот исходя из комментариев, мы сможем понять. В Ангую она была раскидана, как во всех остальных Икеа. А это свежий интерьерчик. Ну да. И, кстати, вот так она должна выглядеть. Вот здесь она играет. Да, вот это кайф. Да. Как новогодняя елка комната? Угу. Мне нравится. Вот здесь, и, во-первых, другие предметы очень хорошо представлены в этом виде. Так, иди-ка сюда, друг мой, сейчас смотри. Вторую часть покажу. Что я нашла? Дима, вернись, пожалуйста. Смотри, какую лампу нашла. Луна Спилара из этой же геймерской серии. Кольцевая лампа с держателем для телефона. Ну, я лучше бы показал это при свете. Тут, к сожалению, не так отчетливо видно. И держателя для телефона нет. Слушай, непонятно. 3 рубля за такую маленькую кольцевую лампу дорого? Ну, посмотри, у него переключение идет какое-то, смотрю. Интенсивность, наверное, да? А, теплый, холодный оттенок. Угу. Еще кнопочка. Это что? Ярче. Тише. Ага. Что скажешь? Дорого 3 рубля за такое? Сколько стоит моя лампа, с которой вчера в эфир выходила? Ой, да мы давно ее покупали, но она дороже была. Я около 5000 ее покупал. Ну, это кольцевая лампа-то. Ну, большая, с ногами. Да. Только вот где держатель для мобильного телефона? Ушел? В общем, кто хочет примериться геймерской серии, пожалуйста, welcome, в интерьере все это классно выглядит. Очень хорошо обыграли, добавили именно моментов. Но последнее замечание, да, вроде все хорошо сделали, но 99%. 1% нашел. А 1% так и не реализовали они его, эту накидку. Все-таки нужно манекен и показать людям, что это вообще за предмет. Многие проходят и не понимают. Ну да, я его не заметил. Да, во-первых, он на черной стене вообще не заметен. Никак. Тут обязательно манекена за стул посадить, да? Ну да. Напугать. И накидку. Или хотя бы. Да, или хотя бы на диван. Тогда продажи точно поднимутся. Ладно, респект. Пошли дальше. Как тебе отдел? Намного функциональнее стал. Ушла стена, и все. Весь отдел стал более светлым, более насыщенным и как бы интерьерным. Интерьер. У меня ощущение, что я в большом современном офисе, где много рабочих мест. Вот такое чувство. Так, я сразу вижу новинки, поэтому пошли показывать и рассказывать. Смотри, какая классная штука, подушка под спину. Вот на самом деле этого давно не хватало, но я думаю, такой аксессуар где-нибудь на Алике продается уже тучу времени. Присаживайтесь. Так, будем сначала покажу. 999 рублей. Бордберг, подушечка, она на резинке. Разверну? Резинка на липучке сзади? Нет, она или так одевается? На липучке. То есть как фартук. На любую спинку. Так, здесь ничего не съемное, минус. То есть если резинка оттянется, ну, в общем, есть риск, что резинка порвется.
Так. Намного ли удобнее стало в этом кресле? Мне надо. Вот я человек, который вечно сидит вот так, потому что я в глубину туда не ухожу. А вот это меня держит. Так, продолжим эксперимент. Приведем на более дорогом кресле. Вот сними. Вот или на коричневом, или на черном. Вот. А давай вообще саму подушку покажем. Здесь у нас получается пенополиуретан, который, в принципе, хорошо амортизирует и восстанавливает форму. Принимает форму тела. Да. Что мне, Дим, не нравится? Слабоватая резинка, если ее сильно натянуть, то есть со временем она вот здесь придет в негодность, угу, и вырвется. То есть вот была бы она, ну, как-то... Не знаю, нет, нет, не должно. Она... Эта вот затяжка тебе пример. Не испытывает никакой вот нагрузки. Тебе пример уже. То есть она натягивается, выдирается. Она натягивается, вот просто тут резиночка лопнула, вот она поэтому заборится. А так крепление должно выдержать. Кто-нибудь первый раз зайдет на канал и скажет, они ругаются. Да вообще, драки-кусаки. Так, давай заодно сразу новое кресло. Мельбергет. Ну, оно не совсем новое кресло, Мельбергет уже было. Это знаешь, какое кресло, которое мы отдали Артеме? Вот да. Оно... Ну, оно и в коричневом, и в черном цвете. Стоит оно сейчас 10 тысяч. Давай сначала присяду просто на кресло. Ну, смотри, изменение какое. Я вижу, перфорация. В середине перфорация идет. Это должно повлиять на тот момент, что ваша спина будет меньше потеть с попой. Как ты думаешь? Так, давай по ощущениям. Мне понравилась подушка, то есть она меня держит, я не проваливаюсь, у меня хорошо держится спина. А из нюансов, вот смотрите, да, то есть человек покрупнее на пару размеров уже не влезет, то есть места уже не мало места будет. Ну вот, смотри, сколько у меня свободного остается. Ну вот и посмотри, мне кажется, до 110 протестирую на стол. Там есть информация? Килограмм. Нет, у Икеи вообще все протестировано. Но человек, Дим, есть девушки, которые весят 80 килограмм, а попа на 56 размер. Ну, блин. Не говори, обидишь. Я знаю, что ты хочешь. Я хотел все это помягче сказать. Ладно, промолчу. Так, а значит, хороший подголовник. Механизм скрипучий. Не Маркус, конечно. Ну и Маркус со временем скрипит. Ну не так, вот он сейчас уже, то есть вот... По ощущениям хорошо, мне не нравится механизм, ощущение какой-то вот неустойчивости. Подушка? Давайте подушечку. Можно я просто ее приложу? Ну, не буду просто. Ты неправильно, переверни. Нет, 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 нет. Вытащи. Ну. Ну, я так и хотела. Сначала ты говоришь неправильно. Я думал, зад не вперед ты поставил, нет? Вот в это кресло она уже не нужна. Вот. Она мешается. То есть мало места. Это, знаете, для каких кресел? Вот у которых, как мы сейчас показывали, более тонкая спинка. То есть неудобная сама амортизация подушки, на которой ты сидишь, на которой ты наклоняешься. Вот сюда надо, потому что тонковато, и ты как бы соприкасаешься уже ощущение вот, ну, со всеми металлическими направляющими внутри. Когда подушка большая, полноценная, вот как здесь. Давайте боком. Тут вот уже она потолще идет сама по себе. Да, то есть сюда нет необходимости. Плюс... Ну, визуально, смотри, я думаю, сантиметра 3-4 толще спинки, чем это кресло. Разница знаешь в чем? Ну? Здесь дело не только в толщине. Вот в этом кресле уже встроена вот эта амортизация. То есть здесь есть выступ ортопедический. И получается, что я эту подушку кладу опять на этот выступ, и мне... Ну, это высоко. Ну, в общем, она выступ на выступ, нет смысла. Все понятно, задержались мы тут. Так, есть такой же в коричневом цвете, и есть еще в светло-бежевом цвете. А вот, кстати, она пристегнута. Мне, знаешь, чем понравилось? Вот мне больше всего понравилось светло-бежевое и черное. У них попа одного цвета. Вот у рыжего некрасиво. То есть его вот в разделении пространства, хотя, в принципе, можно. Почему у нас не сильно такие хорошие воспоминания о таком кресле? У нас оно быстро стало облупаться. Но и то кресло было намного более более поплотнее, потолще. Объемнее? Да, пообъемнее. Ну да, это было твое одно из первых рабочих кресел. Да. Тут она немножко похудела у нас. Ну, в общем, посмотрим, как будет себя вести. Кто уже брал, делитесь. Так, пошли дальше. Прям по этому, да? У Тиены появились новые вставочки. Вообще Тиена каждые полгода выдает новый цвет. Такой нежно-розово-пудровый. В принципе, неплохо обновить можно любой девчачий интерьер, либо женский рабочий угол. Хотя, может быть, и мальчикам такой цвет тоже вполне может понравиться. Давай сейчас пройдемся по стульям, я посмотрю, что еще появилось новое. Ну, в принципе, все радует, что, по крайней мере, более-менее есть что выбрать из рабочих стульев. Пошли, ну, на давай, сейчас вернемся
тому предыдущему интерьеру, геймерской серии, я предполагаю, оно было изначально вот так сделано. В этом месте и все. Да? Да. Потому что оно вот а потом вот создали интерьер. Вот я вангую, не видал. А, ребят, точно не знаю. Делитесь. Так, кто смотри. Не знает игрок, расскажите, правильно я думаю или нет? Групп Спель. Гунарет бежевый, 20 тысяч. Стул для геймеров. Его мы не обозревали. Про него уже спрашивали. Наше мнение. Сейчас мы его увезем, чтобы... Оцените, Антон. Визуально смотрится клево. Как тебе? Ну, мне нравится. Тестим? Ну, я бы себе светлый не взял. Нет, мы сейчас не про цвет. Ну, а так, в принципе, интересно. Мне нравится подголовник. То есть я могу регулировать его... То есть малый шаг регуляции идет под любую высоту. Угу. Так, дальше. Ой. Эх. Ого. Что у него? Что он еще умеет? Ну, снизу регулировки, посмотри там. Что-то я не вижу, что... А вот справа рычажочек. Садитесь и крутите. От верх вниз попало. И все, наверное. Слушай, ну интересная, удобная форма. Цена? 20. Блин. Не, Маркус не победил пока. Так и Маркус твой подорожал. Слушай, ну интересно смотрится. Интересно, как оно будет. Он завоевывает глаз стилем. Визуалом, да? Да. Не более. Ну и ручки меня больше всего заинтересовали. Да, вот такие. Раскосяк, которые настраиваются. Ну, они регулируются так и в глубину. Так, пойдем дальше, пройдемся. Здесь еще есть новинки. За этими геймерскими креслами гонялись по всей России всю осень. Пожалуйста, как говорится, попкой кушайте. А, тут меня вчера спрашивали в Инстаграме, разговаривали с одним из партнеров Siberian Wellness. Скруфсту девушка хотела как рабочее кресло взять, я ее категорически отговорила, потому что в скруфсте работать полноценно, ну как бы длительно за компьютером, это не та история. А скруфство, она идеально подойдет в зал ожидания. Да. И как там у нас, ресепшн? Ну, в общем, это не рабочее место, где ты целый день за компьютером сидишь. Где клиент будет сидеть максимум до 30 минут. Дальше уже ты начинаешь на этом кресле, да, лозить. Потому что вот эта сама поддержка, то есть она рубит спину, и через небольшой промежуток времени спине становится некомфортно. Так, нам с тобой надо вернуться туда, мы пропустили одну новинку. Так, давай дальше. Появилась новая серия Хелан, офисная, гарантия 10 лет. Она полностью металлическая. Сейчас посмотрим, сколько тумбочка стоит. Так, нет, это тумба Троттен получается. Может, мы отдельный обзор про него? Ну, раз, два, три и Хеланду. По три предмета. Угу. Тут нечего обозревать. Но на самом деле это то же самое, что обычно Икея дает офисное. Здесь не придумаешь ничего. Железный шкафчик, ребята, ну в Африке железный шкафчик. Просто вы смотрите, подбираете, что вам больше подходит по визуалу. Здесь есть замочек. Мне понравилась тумба. Стоит 3799. Она более легкая, нежели, да? Ну, обычная тумба. Единственное, то ли здесь она стоит неровно, колесико. Полки неравномерно. Да, стоят. И тут, короче, ее всю заблокировали, похоже, по всем фронтам. И как будто бы она стояла где-то на... А, да, вон ее привязали за ящик, то есть ящик не выйдет вроде. Поэтому металл, в принципе, окей, неплохой. Про ценник мы решили, что ценник мы не комментируем. Чего комментировать? Он тот, который есть, и либо да, либо нет. Так, это уже... У Эдостена давно такой шкаф просто появился в новом зеленом цвете. Но сразу скажу, что металлической мебели заказывают у Икеи мало. То есть вот если взять, да, общую массу за почти 12 лет, что мы возим, редко-редко заказы выпадают именно по металлу. Потому что, как объясняют клиенты, дешевле купить специализированную офисную мебель в специализированных магазинах. Ценник другой и функционал другой. Вот о чем как раз Дима и говорил, да, что можно подобрать альтернативу всегда. Ребята, у Икеи появилась одна интересная столешница. Интересно, она размером. У Икеи не было до этого широких столешниц, отдельно продающихся. Столешница Молвакт. Размер у нас 120 на 80, цена 2400.
Сейчас посмотрим, что здесь у нас. ДВП, акриловая краска с тиснением, пластиковая окантовка, ну, бумажный наполнитель. В общем, то те же столешницы. Сначала это были Линмон, потом эти стали столешницы Лагкаптен. До сих пор не могу их выговаривать. Фишка – широта. А знаешь, куда можно? Вместо кухонного стола, ну, сверху только чем-то покрыть. Потому что часто ищут ширину 80 и вполне бюджетно. То есть за 4000 можно взять довольно-таки большой стол, 120 на 80. Имейте в виду. А мы из гостиной, из рабочей зоны уходим и перемещаемся плавно в кухоньку. Да? Да. Так, смеситель кухонный Подолова Дель Шон 7500. А, моменты. Высокий носик, на самом деле удобно. Полный поворот, в зависимости от того, какая у вас раковина. Сейчас посмотрим по гарантии. Ребят, стандарт, латунь, цинк. То есть, ну, в принципе, 10 лет гарантии. Такой красивый, современный, стильный смеситель. У IKEA их, на самом деле, форм разных много. Это одна из таких вот актуальных, лаконичных, которые сейчас современные. Больше про него добавить. Тут надо смотреть, как он в работе. Течет, не течет. Ну, конечно, новинка такая условная. Для IKEA это новинка, для любой другой компании не новинка. А складные предметы, я вообще ищу прямоугольное складное ведро, очень удобно для дома, для плоской швабры. 399 рублей, Пеприк, 27 сантиметров, вставка в мойку. Ну, фактически тазик, да, то есть можете использовать для мытья, для какого-то замачивания. Главное, что в сложенном виде он минимум занимает место. То есть у вас такая небольшая плоская крышечка. На заметку у тех, у кого есть автодома и автоприцепы. Почему? На колесах. Ну вот смотри, да, три миски, да, в сложенном виде. Чтобы не занимало много места. Чуть-чуть пахнет, но не критично. Хотя, знаешь, в современной реальности, если пахнет, уже хорошо, да? Какая-то, да? Под Японию косит. Слушай-ка, она для подачи красивая, для сервировки. Значит, бамбуковая разделочная доска Stolthead 35 на 22. Давай смотреть. Здесь у нас ножки. Они, получается, Дим, вклеенные, да? Потому что никаких шурупиков я ничего не вижу. То есть она односторонняя, на вторую сторону, ну, вот так не получится использовать. Смотрится красиво. То есть для подачи, как и подносик, да, на такой даже жалко резать. Внимание. Что? Не терпит большой влаги. Со временем рассыхается и трескается. Помыли, высушили, положили. Не держите в раковину. В посудомойке во влажную. Посудомойки, мне кажется, ее вообще не надо мыть. Нельзя ее использовать руками. Ну-ка, дай посмотрим. Мыть вручную. Вот, помыл, высушил, положил. Не любит это долгое соприкосновение с влагой. Табуретка Кюра. Стандартная наша колченожка, трехножка. 999 рублей. Бежевая стоит сейчас 799 рублей. Кстати, вот если раньше табуретки Фроста четырехногие заказывали просто вязанками, то сейчас эти табуретки в заказах не так часто. Редко-редко. Что это говорит? Что такая форма у людей не зашла. Так, пойдем еще в мягкий стульчик. Ой, а наклеек фикс налепили сколько? Значит, кетел. Белая обивка, книста, светло-серая. Ткань книста используется, в принципе, на многих предметах IKEA. И можно формировать один общий интерьер в одной ткани. Чехол. Можно низ посмотреть? Угу. Ногами не вставать. Почему? Бумага. То есть, если кто потяжелее встанет, то войдите будет. Сиди, говорит, сам открой, да? Так, в общем, чехол съемный. Липучка довольно-таки хорошая, плотная. Сейчас посмотрим в плане ухода. Стульчик полноценный. То есть обтянут по всем моментам. Так себе, да? Жибленько, но мягенько. Но в качестве стула для, например, ну, часто же берут, да, обычные стулья, как рабочие. Долго не просидишь. Мелковато. То есть он прям маленький-маленький. Но смотрится неплохо. Мы здесь уже с Димой стоим, столы и стулья в дом подбираем. У нас еще стены не готовы, но уже стол готов.
Так, раздвижной стол Рёнинге Берёза 118, 173 на 78. 78 ширина, минимальная длина 118, максимальная 173. Раздвигается вкладная доска, то есть стандартно. Давайте теперь разбираться, что у нас здесь. У нас ДСП, покрытый березовым шпоном, прозрачным акриловым лаком. Обвязки из массива березы. Тяжеленький. Ваше мнение? Слушай, мне нравится. То есть выглядит так прочненько. И цвет интересный. Все-таки, учитывая, что в основном коричневые столы, они все вот в такую, да, рыжату уходящие, в коньячную. А здесь он не более нежный, такого телесного цвета. Сейчас попробуем фактуру передать. Да, Алексей, и я думаю, впишется в практически в любой интерьер. Там эти штучки. Мне нравится. Березовый шпон обычно себя хорошо показывает, трещинки бывают редко. Ну, здесь посмотрим. Еще мне нравятся закругленные уголочки. Но вообще, кстати, у Икеи сейчас стало больше столов с закругленными уголочками, то есть это безопасность. А ты что, даже не спросишь, что я нашла? Кто нашел? Стул нашел. Говори про него. Не покажу. Короче, 2500. Металлический стул, я думаю, его можно будет эксплуатировать, Дим, и на улице. Сидушка, спинка металл, ноги металл. Сейчас посмотрим, из чего у нас попка. Стул Sandsberg, черно-коричневый, морилка. 2500. В принципе, неплохо, единственное, ну, холодное. Ну, фанера, я чувствую, крашеная. Да, фанера из березы. Легенький. Как думаешь, можно его на улице использовать? Да, вполне. А фанера под дождем? Да выпилил-то по размеру. А потом... Купил лист 1,5 на 1,5 фанеру, не знаю, десятка, наверное, 15. Также выпилил, Юрий, покрасил. 2500 стул стоит, чтобы его на улице оставлять. Ну, ты оставишь-то во дворе, а не за двором. Ну, да. И при том в летний период, не зимой. Но... И последнее, что оно будет не под открытым небом, а, наверное, как минимум под шатром. Суть. По Если что, можно использовать на улице. Да. Так, слушай, в кухонной зоне, в принципе, все. Ну, нету того, что, в принципе, должно быть. И папа стул турецкий, так Диме и не приехал к тебе. Быстрее ты в Турцию поедешь. Пошли дальше. Можно я посплю? Нет. Матрас, кстати, неудобный. Так, кровать Хауга, 30 тысяч. Давай разбираться. Ее очень просили показать в текстиле. И сейчас следом и донес. Хауга бежевый, размер 160 на 2, это спальное место, каркас 169 на 211. Значит, сам каркас кровати стоит 22 тысячи с центральной перекладиной. Дальше уже пошли допики. Ящики, комплект из двух штук стоит 8 тысяч. То есть, с учетом матраса, данная комбинация стоит 54 тысячи. Давай разбираться. Покажите ящик, а выдвигается он по направляющему или сам по себе? Сам по себе. Сам по себе на колесах, обтянут текстилем. Текстиль несъемный. Соответственно, я бы не рекомендовала. Знаешь почему? Заюзается быстро. Это нужно постоянно вызывать химчистку, чтобы ее чистить. Ну да, если соседи дома живут, да, тут ничего не поможет. Добрый ты. Ну, в общем, чехол, потому что очень многих интересовало, съемные или вообще элементы. Нет, ребят, не съемные. Да, здесь мягкое изголовье. Так, вот так попробуем. Ну, тут все равно железка. Не знаю. Только если из-за визуала. Мне вот, например... Короче, мне не нравится. А тебе как? Я пока не понимаю, он слишком закрыт пледами, подушками, я его не вижу. Весь это, все это дело, красоту, это все закрыто. Тогда, а ее по-моему, не будет видно, то есть ты в обычной жизни точно так же закроешь? Да брось ты. У нас только подушку, во-первых, дома нету. Ну, в общем, наверное, знаешь, это для кого? Кстати, два цвета, темно-серый и светло-серый. Это, ну, как и Хауга, сама мебель. А для тех, кто вот, ну, удивите меня, я хочу... И хочу деревянную кровать. Но это не совсем сканди. То есть вот это уже не скандинавский стиль. В общем, что не нравится мне, что чехлы нельзя снять, почистить там, да. То есть для меня это не функциональная кровать. А следом Иданест тоже в обивке в тканевой. А, мы ее показывали. Показывали ее? Да. А где?
Но где-то мы ее показывали точно. Где-то мы ее показывали. Вот Иданес мне больше нравится. Объясню почему. На высоких ногах, то есть ты не будешь ее пинать, задевать. Она поднятая, она более летящая. Плюс большое изголовье, ее видно. И, по-моему, у Иданеса что-то снимается. Да, смотри. Вот как должно быть у кровати. Тогда у меня вопросов нет. С учетом того, что Иданес стоит 37, а та 22, без речного дна, думайте сами. Но если выбирать из текстильных, я больше за Иданес, нежели за Хаугу. Пришла, нагадила, ушла. Да? Гадя. А гадя? Невозможно. Матрасы, честно, обещаем переснять, потому что они все изменились. Очень много, почему Дим просил тебя остановиться, очень много вопросов по матрасу Освонг. Пенополиуретановый. Беру для кушеток. Для Хэмнеса, для Бримнеса. Стандартный единичный слой пены. И все. И все. То есть пользоваться на одну сторону. Плюс он односторонний. То есть, например, Малфорсы, которые были, либо даже бюджетные Мусхульты, как я их не люблю, но тем не менее у нас до сих пор дома живут, они двухсторонние были. То есть здесь у вас на этой стороне спать не получится. Вот этот момент, пожалуйста, учитывайте. Поэтому здесь смотрите сами. Если альтернативу по деньгам находится в других магазинах, пожалуйста. Ну, стандартная пена как бы хуже не стала. Уже радует по ощущениям. А, я тебя поправлю. Подписчики говорят, что нужно проверять лежа, а не сидя. Поэтому следующий обзор мы в тренингах давайте будем проводить. В чем? По-домашнему, в тренингах. Прям в тренингах? С коленками. Прям с коленками? А где взять? Выпишу. Ну? Мне удобно. С учетом того, что я хочу спать, мне вообще хорошо. Я могу и на полу поспать. Все, мы дошли до маркет-холла. Сейчас у Димы камера, в принципе, выключаться не будет, потому что в маркет-холле, где маленькие предметы, всегда новинок больше. Мы в детской. Одеяло, плед. Тролль-дом называется. Ну, судя по всему, дом троллей. А здесь у нас с одной стороны деревья, олени, белочки, зайчики, лисички. Все реалистичное. То есть без каких-либо мифических персонажей. Плотненькая, стеганая. А с обратной стороны вот такое темно-зеленое. В общем, можно использовать как одеяло под стелушку для мелких товарищей для игр на полу. Знаешь, пока идем. Ну? Обновленные ощущения такие. Музыка потише и более приятный жанр. Ух. Да. Перестала это вот. Так, это все мы в Краснодаре показывали. Почти dance party. М? Почти dance party. Ты все это Новый год в Тюмени вспоминаешь? Ну, почти. Почти? Так, пойдем. Я новую постельку нашла, которую мы еще не показывали. Над сленда, судя по ценнику, здесь будет Лиоцел. На 164 ниточки, да, 50 на 50 хлопок с лиоцелом. Давай смотреть, одеяло на завязочках, мама, имейте в виду, то есть это будет постоянно развязываться. Я бы чем-то зафиксировала. Стандартная наволочка, и одеялка у нас двухсторонняя. С одной стороны получается вот такая точечка. С другой стороны, вот такой естественный цветочный рисунок. Ну, понятно, это больше девочковый, хотя мама мальчиков, может быть, не скажет, да ну. Ну, мальчишки обычно другие оттенки предпочитают. Что нравится, упакован вот такой чехольчик, то есть можно после стирки также положили, все хранить. Все это стереотипы. От этого слаще сны не будет. Хорошо, мы сейчас с тобой купим красную постельку. Зайка. Пожалуйста. Ты будешь спать? Хочешь сердечко? А я как дур. Чуть не снес кого-то. Я ничего как... мне не подсказываешь? Не буду. А я столько лет думала, что постелька должна быть, ну, такая усредненная, чтобы твое это мужское самолюбие. Да, не притеснять, окей, все, нет. Благодарю. Со временем это, знаешь, исчезает. Ну вот, оказывается. Ой, пойдем. Ладно, лирика. Опять заболтались. Навесная полка. Спортслик. Береза с металлом. Интересно, здесь ограничитель. Здесь можно использовать для подвешивания. Мне нравится.
1750 на 30, две полочки, максимальная нагрузка 10 килограмм. Сразу, Дмитрий Юрьевич, камеру чуть-чуть вниз, коробка Дрёна в хорошем детском цвете. Раньше были такие коробки Дрёна салатовые, у нас даже, по-моему, где-то в кладовке остались. Но теперь они, видишь, вот я за такие Дрёна, чтобы с одной стороны был один цвет, с другой другой, чтобы можно было использовать, ну, в зависимости от интерьера, и можно было менять. То есть так смотрится гораздо интереснее. Дрёна 299 рублей, но Дрёна подорожала, кстати, незначительно. Вполне укладывается деньги в это качество. Начало. Кто любит яичницу? Вам нужна эта игрушка. У IKEA снова коллекция по детским рисункам. Сагоскат 2021. 499 рублей. Ну, реально на яичницу похоже. Или не яичница. Ну. Глазунья. Так называется глазунья. Да, ножки. Шуршит. Шуршит. То есть она еще и тактильная. Ну, слушай, успокойся. А дальше из этой же серии кот не шуршит. Кривой. Ну, детские рисунки. Такой нелепый вот, кот. Такой вот пес. Собака-русалка. Так, просит. Это кто сколько пил? И чего? Бутерброд, сэндвичи. Собака-рус. Как можно сделать эту собаку-русалку? И птица. Просто птица. Тоже 499 рублей, не все по 499. Тут вечный понос в глазах. Вот как с ним работать? Не, креатив. Глазунья смешная. Мне нравится. Не, ну собака-русалка. Собака-русалка. Это... Ну пошла и уплыла, стала русалкой. Давайте это в комментариях обзовем по-нормальному. Как можно собака-русалка. Но это через тире. А чтоб одним словом было? Сабрус. Руссап. Кто самый креативный будет, то там что-нибудь подарим. Тебя? Нет, что-нибудь такие. А что тебя не подарим? Хорошее. Смотри, появился новый отдельчик, магазин «Эко-привычек». Ну да, товар из переработанного пластика, дерево, живые растения, всякие пакетики. Ну, слушай, интересно. И люди кусили. Да, люди живые появились. Так, мы плавно-плавно перетекаем в отдел с посудой. Сковорода IKEA 365, 20 сантиметров. Антипригарное покрытие, тефлон. Платинум плюс. Одной... Он вроде пропадал, по-моему, временно. Их вообще не было в таком размере в IKEA 365. Ну, то есть IKEA 365 возвращается. Да, это вообще размер новый. В принципе, удобно. Ну, вот как сегодня я не, себе... Не, порцию для себя прям да. Нормально. То есть, как вот я себе сегодня делал яичко и овощной оладушек. Как раз уместилось бы. Да, прям мой размерчик. Папин. Что-то мы про обид разговорили. IKEA 365 к нам все-таки возвращают. Сотейник, сковорода с толстым дном, 2200. Здесь полностью нержавейка. А, так, толщины дна нет. Высота вкладной крышки. 15. В общем, суть. Можно использовать как сотейник, можно запекать, как в форме, в нем можно жарить. А сантиметровой риски нету там, посмотрите? Внутри. Нет там ничего? Да. Нет. Чем хорош двойное толстое дно? Тяжеленький. Сковородка сотейник IKEA 365. По-моему, родители такая, да? Или Умберлик? Не помню. У нас, скорее всего, Умберлик. Смотри, вот в таких... А без масла не получится. Как уже говорила, я на отопленном масле жарю. Маленькое количество не дает пригореть. Но вот если выбирать, наверное, между IKEA 365 и Sensuel, я выберу Sensuel. Мне в Sensuel очень нравится готовить. Так, смотри, IKEA 365 и ковшики появились. Литрушечка 800, двухлитрушечка 1200. Слушай, а я чувствую, наборы есть. А сейчас дойдем. Сковорода ВОК. Ну да, то есть давно, много. Давно вот этого не было как раз. ВОК сковорода 2500. Эх. Да не, что-нибудь такое. Навочить, да? Да. Соус с лимоном и укропом. Овощное что-нибудь.
Вода, сливки, крахмал кукурузный, соль, лимон, лайм, пахта, сухое обезжиренное молоко, загуститель пектин, укроп. Слушай, неплохой, ну, антислеживатель, да, чтобы он не загустел. Кстати, прикинь, я одобрила икеевский продукт. Сахар есть, но без него объемный вкус не сделать, да? Никак. Никак, товарищ повар? Даже в кулинарии. А? Даже в кулинарии сахар всегда присутствует в блюде. Да, вот он, набор посуды K365. Здесь у нас ковш двухлитровый, кастрюльки две штучки. А кастрюлька получается 5-литровая, 3-литровая стоит 3899. Раньше очень было популярно покупать вот эти наборы из кастрюль. Увозили мы их много. Да, в достаточном количестве. У тебя сразу визуально как-то их грузишь, да? Руки вспоминают. Слушай, ну, по крайней мере, хотя бы сейчас посмотри, да, проведи камерой. У Икеи наконец-то появились кастрюли. И Sensuel весь есть. Икея 365 со стеклянными крышками, с обычными крышками. Да, любой вкус. Можно блестящие, можно не блестящие. Да. Вставки для водяных бань. Но это мы уже показывали. То есть к тому, что, по крайней мере, хотя бы... Вспомните просто, сколько лет в Икее кастрюль не было. Наконец-то они стали появляться. Уже радует. Ну, тут, знаешь как... Закон сохранения энергии. Что-то убыло, что-то прибыло. И наоборот. А, посуда пришла, мебель ушла? Угу. А, ты уже не выключаешь, да? Ну, пока нет. А, Клакрен, дуршлаг, 5-литровый. А, подходит для кастрюль 3,5 литра. Соответственно, регулируемый диаметр. О чем говорила? Такие вещи складные стоят 1000. Здесь металл, здесь резина. Вопрос сцепления. Долго ли протянет? Он склеен, я чувствую. Да. Ну, занимает мало места. Но даже если она отлетит от железной части, то, в принципе, она не потеряет свою работоспособность. А каким образом держать? Может, более пожиже будет, но... А держать как? Руками, как? Она же резинка. Мне кажется, неудобно. Полотенец практически не стало. Ой, у нас недавно смешной случай был. После последнего подорожания клиентка прям ногами топала. Вот эти пакетики же стоили сначала 129, потом 149, 179. А последний раз они же на 70 рублей скаканули. В общем, ругалась. Так, это мы с тобой уже показали. Твои любимые ножи так кстати, через выпуск. Какого у тебя все вот есть? Вот салатника нет. Зачем? У папы есть вот этот. И этот, и, вот и этот. Я им готовлю. Надо вот этот взять. Хорошо. Не дождался, когда будут дешевле. Дождался, когда дороже. Миска для теста 89 рублей. Фика Дакс. 24 на 24, слушай. Не пахнет. А мы сейчас вот так сделаем. И серединочки возьму. Не пахнет. Ее не только как миску для теста, ее можно как походный салатник, и просто как салатник использовать. Так, ладно, я больше фокус не буду показывать. Я думаю, все помнят, как я это один раз на фокус начала, да? Да. Ты помнишь, да? Я всегда помню. Резиновый фен-шуй продолжается. Всякие силиконовые формы для выпечки. Но вот это дорого, сразу скажу. Тарбак, алмаз, силикон, хотя... Ну, исключительно мое мнение, я не могу вот это воспринимать как нормальный метод. Утварь кухонную, можно сказать. Кухонную, да? Да. 2-3 месяца, и валяться это будет годами в ящике. Вот. Ну да, пару раз испек. Да, пару раз испек, и все, и выкинул ее. Ну, я считаю, дороговато. Маленькая 250, большая 1000. Кстати, девчонки, кто пользуется силиконом, расскажите, как. Икеевский силикон... В чем удобство? Я не понимаю вот этого всего. Мне, ну, как бы, да, вроде как меньше места занимает, скрутить, свертеть ее можно, но она после пары применений становится грязненькой, неопрятненькой, ее уже не отмыть. Я привык к православному металлу. Прям к православному? Да. К советскому православному металлу. Все смешно. Другому не могу. Люди, кони. Так, пошли смотреть всякую кухонную шлобудень.
Так, значит, это у нас все было. Что у нас появилось новое? Давай разбираться. У нас появились по 279 рублей вот такие силиконовые крышки. Почему-то они ни во что не упакованы, и они здесь лежат и набираются пыли. То есть, получается, это просто вот сверху закрывашка. То есть, это альтернатива, да, вот этому чепчику? На голову одели и в баню. Муж, я тебя тоже люблю. Так, это стоит 279, 19 сантиметров диаметра. Пошли дальше. А что у нас здесь еще появилось? У нас появились вот такие щетки для мытья посуды. 349 рублей. Девоньки, кто брал, рассказывайте. Ну, вот это эстетически красивый предмет. Ну, а сколько ей удобно мыть? Она даже снимается. Исполнение, конечно, интересно. Но металл тоньковатый немножко. Тоньковатый? Тоньковатый, да. Как тай. Вот такая же. Сейчас мы, по-моему, оператор канала, это, канал оператора лишится. Кого-нибудь. Пакет закрывающийся, три штуки. Как ты думаешь, сколько стоит набор из вот этих трех штук? Вот этот силикон мне вообще... Сколько стоит? Алификс прайс? Ну, я не знаю, сколько 1500, стоит? Наверное. 1200. Ой-ой-ой. Так, значит, три штучки в одни ручки. 2,5 литра, 1,2 и 1 литр. Они даже стоять не могут за эти деньги. Самостоятельно. А что в них хранится? А что там так дорого? И кто ее делал? Ручные выдувки? Вот так открывается. Ну, вот зип здесь. Это не мод, это не новшество уже. Ну да. Ты, ну, поклонник силикона, расскажи. Я не поклонник силикона. Да ладно. Поэтому... Я подожду комментариев от подписчиков. Так, Ортфильд, как я понимаю. Да, она уже была, мы показывали в Краснодаре. Нет, Далкар, банк, вставка 349 рублей. Дико дорого. Стеклянная баночка с маленькой крышечкой дополнительно. Ну, по-моему, в каких-то из новинок мы ее показывали на, аж на 0,4 литра. Ну, единственное, вот, знаешь, для этого... 350 – это еще более-менее цена оправдана. Там стекло, да, металл. Ну, блин, ну не резина. Ну, за ну да, деньги. Вот здесь можно пудинги сделать. То есть сюда складывается отдельно. Оно, например, и хранение стекла совершенно другое, чем вот этой резинки. Здесь я согласна. Все-таки стекло – это инертный нейтральный материал. В нем ничего не пахнет, не заветривает и прочее. Смотри, потихоньку появляются уже такие, да, летние, более яркие вещи. Набор емкостей Warfest – 349 рублей. Я бы сказала, что это киевская классика. То есть она из года в год продается. Вот как этот набор выглядит. Три баночки для хранения. Металл. Мы теперь понимаем, как будет выглядеть летняя коллекция. То есть это будет что-то зеленое в легких цветочках. Банки Коркинг. Легкий намек, да, на летнюю коллекцию. 130 миллилитров, 319 рублей стали стоить. А, литрушечка. Где цена? Цены нихт. Ну, сейчас найдем, скажем. Вот она, 249 рублей с рисунком. Пошли дальше. Стеклянный контейнер без тема, 0,5 литра, 159 рублей. Крышка из плотного пластика, будет хорошо держаться. У нас клиенты уже оценили. То есть она фиксируется, не проливается. Можно складировать в холодильнике, ну как раз, да, порции. Здесь стекло. И, насколько я понимаю, ну да, в СВЧ можно использовать ее. Дождались. 2 года ждали. 129 рублей стоило. Теперь 199. Сумка-холодильник. На хорошей липучке. За сумку-холодильник это недорого. Ну, в дорогу не знаю, как, насколько удобно, но для перевозки каких-то продуктов. Ну, особо не надейтесь, что она у вас день продержит. Максимум час. День не продержит. Она вот только для такого, для легкой охлажденки. Я имею в виду, что то есть все было в чем, что наконец-то к нам приехал. А, так, здесь у нас что? Здесь у нас новые термокружки. 999 рупий. Ундерскока 0,7 литра. Это из той же серии, что... Проливайка. Да, мы не подружились. Просто это проливайка большего объема. Есть такая же за 799 рублей. Черная, серая. И на той стороне... И на той стороне маленькие, новенькие, красивенькие.
Бутылка для воды 499 рублей. 399 рублей. Бутылка для воды 0,5. 0,5, слушай, с рисунком на 100 рублей дешевле. И 0,3 литра тоже 399 рублей. Херглар. Десертный полированный бежевый. Тарелки разного диаметра. Мы уже хер... Да. Оно то слово как раз вот. Клар показывали. Появился новый цвет. Продаются пачками по 4 штуки. Поэтому сейчас, барышни, тарелками не кидаемся. Дмитрий, а если кидаемся, то у вас 4 попытки. Да. И вы сразу идете за новой пачкой. Дим, не отключай камеру. Мы с тобой сейчас плавненько переместимся в другую посудежку. Кстати, даже местами скидки попадаются. Ба, какая щедрость. Угу. Слушай, ну какая-то странная новинка, она уже была. А, это от Ферглага отлепили. А к чему мы пришли? Вообще мы пришли к лимитированной коллекции Хембьюден. Я думаю, мы ее снимем, наверное, отдельно. Сейчас мы вам ее визуально покажем. Она здесь, в принципе, неплохо размещена. Интересные вещи. Давай отдельно. Пробежимся, но оставим ссылочку в описании. На обзор? Но она появится не сразу в новинках, но после того, как выйдет эта ограниченная серия, появится ссылка в описании к новинку. Я просто не хочу ее в общую массу, на обзор очень большой. Ее хотелось бы отдельно. Одну, покажите вторую, которая более красивая. Ну это прям вот восток. Нет, это не восток. А что? Это ограниченная коллекция. А я считаю, что это восток. Мотивы восточные, блюда, серветки. Ну что, пошли дальше. А то сейчас опять начнем спорить. Люди расстраиваться будут. Ау! Сюда смотри, какой соусник. 799 рублей. Хест Квелл. 480 миллилитров. Цвет серый, потому что очень многие на сайте путают, думают, что он белый, просто так камеру передают. Нет, ребята, он серый. Муж, ты согласен есть из такой тарелочки, чтобы она на такой подносик умещалась? Нет. Только если она на ноге будет, да? Не папин, разумеется. А, поднос 15 на 15. Это для разгона бамбук. 249 рублей. На самом деле можно, да, как сервировочную тарелку для разгона, как Дима сказал, использовать. Дальше поднос. Братья Булгары. Даже спорить не будем, да, Болгары? Ну, они себе не изменяют. Да, 299 рублей. Варфест – это уже, ребят, летняя коллекция, о чем говорили. Смотри, как интересно замятины сделаны. Кстати, не во всех линейках у подносов есть как будто ощущение, ну, такой бумажной тарелки. И запах соответствующий. Да. СССРом пахнет. Столовкой. Сыром? СССРом, столовкой. СССРом? Да. Почему? А не помнишь подносы из того же материала? Были, только они были коричневого цвета. И не пахли. Что-то я не помню. Так, здесь у нас нового ничего нет. Палетик стоит, по-моему, что ли, если не изменяет память, материал был. Ну, у тебя... А может, не помню. У тебя воспоминания от чего? Ты практику проходил, пока на повара учился, правильно? Ну, да. Вот, у меня таких ощущений нет. Ты мензурки обнимала у меня, да? Да, я мензурки обнимала и в училище, и в университете. Пойдем дальше. А серия «Энтузиазм» пополнилась зеленым цветом, то есть были синие, в принципе, есть. Есть теперь вот такие зеленые стаканчики, 999 рублей, наборчик. Они без ручек, имейте, пожалуйста, это в виду. Очень хорошо сочетаются с вот этими салфетками под прибор, с «Наксине». То есть, ну, когда хотите, да, такой прованс зеленый красивый сделать, будет очень... Ну, вот, кстати, пример сервировки, Дим, покажи, пожалуйста. Я пока вот здесь посмотрю, есть ли что-то еще новое. Кстати, а меня слышно? Угу. Дим. Смотри, что нашла. Формочка для замороженного льда. Угадай, сколько стоит? Опять силикон. Сколько стоит? Ну, 350 давай дам. 399. Очень приятно. Угу. Коркин. Бутылка литровая, бутылка 0,5. За счет рисунка цена, соответственно, дороже. Но это опять помним, да, летние ограниченные коллекции, которые потихоньку начинают приходить. Потому что к осени их уже не будет, останутся только прозрачные, а потом опять придут новогодние с рисунком. Слушай, блин, даже поживиться особо нечем.
Не так, оказывается, много новинок, как нам казалось, да? Честно, да. То есть за 2 месяца у меня в голове новинок сложилось гораздо больше, нежели я их вижу вот здесь, вживую. Печаль. Так, ну что? Кигосик. Зря сказал, да? Под табуреточку, трибуретную, да, треугольную. Появилась подушка на стол, клок-клёк. 34 на 35, 120 рупий. Была раньше под круглую, сейчас под... Но она и есть. Причем, смотри, чем больше размер, тем дешевле. Фантастика. Икея. Как ты? А, кстати, подожди. Я вспомню. Расскажешь. Расскажу. Подписчица очень интересный слоган. Икея новый дала. А, я знаю. В памяти по это поковыряться. Я знаю. А, ты помнишь, что да. Я тебе говорю? Ну, есть давай. Идея сжечь Икея. А, так, новые пледы. Это такой же обычный флис. Ну да, смотри, на рост похож. Так, где они? 249 рублей. Хоргун, много цветов, бирюза, белый, такая серая зелень, розовый, желтый. Или подожди, это маринроз. Это маринроз желтый. Причем смотри, по плотности. Нет, маринроз все-таки плотнее. В общем, обычный икеевский тоненький флисик, который можно и для пикников, и для фотосессий, куда только не использовать. Дальше сразу новый плед. Холмви, 599 рублей, слушай, уже это такой популярный стал, берут фотографы, берут кафешки, то есть это альтернатива, наконец-то, которую убирают Анна Луиза. Потрогаешь? Он мягкий. Я тебе верю. Хорошо. О, мне муж верит. И секретик можно открою? Ну. Берут девочки как большие палантины, как большой шар. Дочери не показывают, точно потребуют. У зеленого... более нежный, хотя состав одинаковый, но зеленый тактильно более мягкий. Дима смотрит и думает, господи, баба, что такое-то вы не придумаете, да? Нордвикин. Дима говорит, не новинка, в нижнем их долго не было. Подушка на стол, под стулья Нордвикин. 44-40 на 43, 4 сантиметра толщина, двухсторонняя. С одной стороны стежка и с другой стороны тоже стежка. 599 рублей. Так, пойдем теперь по чехлам. Так, это не новинки, ну такие новинки-старинки. Подушка, которая скоро появится. Кюстфлю, 699 рублей. Хлопок, слушай, интересно, для хлопка, да? Да. Здесь замочек. Прикольно. Пошли дальше искать. Сейчас что-нибудь еще найдем. Вот они. Ой, какие они классные. Мне оттенки нравятся. Тоже Люкт Бераре. 50 на 50. 699 рублей. Хлопковая. А вот она. Ну, тут она какая-то менее контрастная, чем наверху. Мне нравится. Вот я люблю такие подушки. То есть ими как раз вот, когда мы делаем все однотонные подушки, вот этими подушками очень хорошо делалось контрасты и отделение. То есть, а кстати, вот кто-то здесь уже это... Пытался. Да. А вообще, смотрите, либо вы по цвету контрастируете, либо по ткани. Сюда лучше всего подойдет гурли. Потому что у них одинаковая задняя часть. Отдай. Оставляем как есть, возможно, сотрудники что-то делают. А, так, смотрите, здесь очень много на самом деле чехлов. Салмонт, 349 рублей, уже потоньше хлопок. То, но при этом полосатый довольно-таки яркий. Салмонт есть зелено-красно-розовый, желтый, и салмонт есть серо-бежевый и белый. И тот, и другой по 349 рублей. А, дальше передвигаемся. Асвейк, такой велюровый, здесь его неудобно. Вот, знаешь, я бы с удовольствием сняла обзор чехлы на подушке, если бы они вот так были на крючочках съемные. Снял, покрутил, показал. Потому что вот, ребята, нас просите переснять, а как? Что показывать?
Вот так крутить, с таким же успехом можно на сайте посмотреть. То есть как бы неэффективный обзор получается. Так, пошли дальше. Много появилось подушек именно с несъемными чехлами, либо со съемными, но уже подушка встроена. То есть такие разные подушки под разные интерьеры. Вот сильно останавливаться, но смысла нет, они одинаковые, друзья мои, из года в год. Ничего не меняется, меняется только цвет, цена, ну и в принципе все, качество хотя бы радует, остается. Смотри, какие интересные появились. Луги Стефли, вот такие круги. То есть в принципе это классическое сканди-сочетание по цветам. Поэтому, когда интерьер хочется обновить, а по финансам, ну, как-то не получается, либо нет смысла, пожалуйста, подушки, текстиль здесь как раз в помощь. Нас, кстати, просили показать образцы, как текстиль, какой сочетается, да, там в отделе кухни, например, ребят, но, к сожалению, в нижнем таких интерьеров красивых нет, чтобы, да, полностью все вот в одном текстиле, в одной серии. Если что-то такое попадется, мы обязательно снимем. Значит, подушка с карманом, 32 на 8, бежевый, Барндрюм. 1300. Котик. Нет, мы его не показывали. Карман. На замочке. Угу. Не получится, зашили. В общем, вот здесь замок, тут карман. Можно делать маленькую заночку. Для жены. В подушке. Почаще и побольше. А, чтобы, да, можно было забрать обратно, вернуть, забрать обратно, вернуть. Да. И я как будто не знаешь об этом. Да. Так, пледы Хельгун в бежевом цвете. Красивый рисунок. Стоит 2300. А, плед фактически односторонний, но с учетом того, что вторая сторона прорисована, он как-то так вот спрятан, что его не достанешь. Вторая сторона, в принципе, тоже в рисунке. Единственное, что окантовка, ну, как бы, да, на край можно использовать. Акрил и шерсть. Акрила 82%. Он не колючий и, в принципе, будет вполне уютным пледом. Так, это мы уже показывали. Нет, на самом деле, Юрьевич, не так много этого. Навьё-то. Пойдем в шторках покопаемся, что ли. Да. Так, Майгол появился наконец-то в классическом розовом цвете. Цвет, правда, называется темно-розовый. Но я думаю, будет популярен. Так, давай как-нибудь мы по-другому. Местами поменяем. Всего, да, вот так получше будет, понятно. Классический Майгол. Очень надеюсь, что Икея все-таки в виде ткани Майгол будет во всех цветах представлять. Эту ткань можно будет использовать и для подушек, и для других вещей. Вообще Майгол, повторюсь, уже много раз говорила, себя неплохо зарекомендовал. Единственное, что со временем появляется катышек, но здесь нужно, ну, как бы, да, учитывать этот момент при эксплуатации. Вот они как выглядят в синем интерьере. В сочетании с синими шторами так, наверное, да, пологичнее будет, чтобы понимание было. Пойдем еще поищем новые занавесочки. Ну, вообще, я ожидала, что у меня прям вот это, язык устанет от того, что столько новинок, столько новинок. Новинок не столько. Майгул только в таком красивом кирпичном цвете. Почти терракот. Да, он, кстати, интересно смотрится. Такой цвет. Что-то средний, он такой, между... Нестандартный немного цвет для Икеи. Вообще, мой любимый цвет у Майгола – это вот эти зеленые шторы. Вообще, они называются темная бирюза. Для меня они темно-темно-зеленые. Очень красиво смотрится. Но это уже к новинкам не относится. Так, здесь у нас стандартные карнизы. Тут ничего не изменилось. Будинги, ковер безворсовый. Орнамент полоска разноцветная, ручная работа. 100% шерсть. Колючий, двухсторонний. Ой. Валяться на нем не получится. Матрас подлосатый. Колючий из кого сделанный? Из шерсти. А шерсти кто был? Просто шерсть. Угу. Чей шерсть, не сказали. Понял. Пошли дальше. А, Хембюден мы покажем отдельный, в отдельной серии. Но сразу скажу, что... Хороший ортопедический. Да, да, эффект. Да. Но сразу скажу, за пылесосить будет тяжело. Помнишь наш в пуговку ковер? Ну, в детский у нас был, но он полностью заговнялся. Да, и примерно будет то же самое. То есть такая же плотность, такой же ворс. Так, вот еще новый. АВС Килдра. 140 на 240, ручная работа, темно-зеленый. Шерсть тоже не из кого.
шерсть. Слушай, красивый, да? Как тебе? Да, интересно. Что-то новое, необычное. Темновато, конечно. Блин, не могу передать полностью. То есть ковер гораздо симпатичнее, чем да, на камере. Да, 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 да. Тут какой-то сероватый оттенок отдает даже. Он переходами, то есть это не чисто зеленый, а с вкраплениями. Спинтруб, который себя уже неплохо зарекомендовал. Интересные вкрапления. То есть он такой светло-серо-бирюзовый заявлен, точечный. На самом деле, ну да, так и есть, зеленовато-сероватый и какие-то вкраплюшки. Вкраплюшки мне прям сразу желание было, наверное, ниточка прилипла. Угу. На самом Татьяна деле... Павловна вот про это. На самом деле нет, ниточка не прилипла, это такой момент цветовой. Так художник видит. Да. Кнар-друп. Есть такие коврики тоненькие, ну, не знаю, как берут, пару раз брали, вроде довольны клиенты, но меня беспокоит, что у него необработанный край, и он будет загибаться. Ребят, кто брал уже такие ковры, рассказывайте. Визуально они смотрятся симпатично, стриженный короткий ворс, неплохой будет в уходе, легкий, на подкладе сразу же, то есть скользить он уже не будет, замороться с ним не будет, комфортный по, там, да, по валянию. Но вот у меня вопрос углов, будут, не будут загибаться. Эргономичная подушка универсальная, 50 на 70, 700 рублей, Nebob Star. Я не знаю, в чем фишка. Дим, как ты считаешь? У нее здесь перерубушек есть. Это как раз под шею перерубушек? Не знаю, не знаю. А, новые покрывала Якоб Стилье, 150 на 250 1500 и 230 на 250 2000. Вот это, кстати, покрывало хорошее, могу от души порекомендовать для дома. Оно мягкое, нежное, хлопковая ткань, сейчас точно скажу по составу, 100% хлопок, окрашенный. Имейте в виду, дает усадку, делается в Индии. Легко сохнет и при этом вполне объемно выглядит, но само не тяжелое. То есть не как индира, да, тоненькая тряпочка, он все-таки поплотнее, деньги практически те же. Дальше. Индира в новом голубом цвете. Только цвет могу отметить. К индире мое отношение, знаете, быстро приходит в негодность, но при этом есть свои плюсы. Легко быстро сохнет, можно использовать как покрывашку для укрывашки. Келакс появился еще в серо-зеленом цвете. Тоненькое покрывало. Синтетика полностью. Но если вот вам оно по цвету нравится и по тактильности, пожалуйста, то есть нареканий по эксплуатационным качествам нет. В принципе, киевское покрывало мне нравится. У нас микс. Что-то Икея, что-то не Икея. Вот мы с тобой спорили. Ты говоришь, тебе все равно, по какой постели спать. Я хочу купить вот такую Етмалову. Будешь на ней спать на розу? Да. Универсальный мужчина. А на самом деле Етмалова становится все больше и больше. То есть и бежевое, и синее. Качество такое же стандартный хлопок. Тоже количество нитей. Ничего, ребят, не меняется. А меняются только цветовые оттенки. То есть, в принципе, правильное решение, когда внутри одного цветового рисунка меняется само цветовое наполнение. То есть человек привыкает к этой постели, просто меняет цвета, но по факту он пользуется одной и той же моделью. Как бы, да, верен ей какое-то определенное количество времени. Пойдем посмотрим дальше, что у нас появилось интересного нового. То, что можно обозначить на канале. Так, Silver Steel. Дим, я не знаю, как ты здесь будешь показывать. Я попробую найти его. Попробую найти, но не нашла. В общем, смотри. Белый. Здесь фишка в окантовке. Вот такая окантовка идет по пододеяльнику и по краям подушки. У подушки есть ушки, у наволочки. То есть пустота, окантовка как раз является краями наволочки. По ценам полуторка 1500, двушка 2000. Ценник нормальный. Здесь смесь хлопок и 20% вискозы. По ощущениям, как будто небольшое количество лиоцелла добавлено, будет хорошо эксплуатироваться. Поэтому вот такую постельку рекомендую. Дальше идем. Вот такой рисунок на бежево-белом фоне, такой
оливково-зеленоватый бежевый рисунок, цвет белый, светло-бежевый, зеленый, гланс Блома, однушка 2000, двушка 1400. Здесь у нас 104 нити, то есть это тоненькое, самое постельное икеевское белье, но при этом, в принципе, неплохо смотрится. Вот для меня вот универсальный рисунок, который и для мальчика, и для девочки. Хлопок энклока. Очень уж похож на рисунок постелей. Делано у нас это дело в Китае. Постели. Что сказал? Постели. Не постели, а этих. А, посуда. Новой серии. Сочетание. Здесь хлопковая нить. При этом есть пуговицы. Пуговицы на пододеяльнике. Окантовка на самой подушке. То есть и тактильное ощущение за счет плотности очень приятное. Здесь, к сожалению, не написано количество нитей. На память не вспомню. А нет, 250 дюймов. Поэтому оно плотное. И по ощущениям как будто добавлен лиоцел. То есть по контактности как хлопковой сати. Но при этом просто хлопок. Дальше. Серого цвета, двухсторонний серый, светло-серый, темно-серый, Strandtal, однушка 2200, двушка 2800, смесовая ткань из хлопка и вискозы. Икея про это говорила, что будут потихоньку добавлять в постели смесь. В принципе, по эксплуатационным показал себя хорошо, то есть постель становится более тактильно приятная, но при этом по деньгам дешевле все-таки, чем вот с сатиновой ниткой. А дальше, трикотажная. Не скажу, что совсем хорошая, потому что очень быстро скатываются вот эти моменты после стирки. Спьют Виал. Однушка и двушка. Двушка 3500, однушка 3000. Хлопок. Количество ниточек не показали на замочке. Ну, для трикотажа, в принципе, это и логично. По-другому его не зафиксировать. Дальше вот такой прямо... Что это у нас? Хохлома? Или гжель? Очень похоже, в детстве рисовали, что-то в садике похожие, да, такие цветные рисунки? Ну, на хохлому, мне кажется, больше всего похоже. Ткань из хлопка или оцелы, цветок черный, скекмал, однушка 2400, двушка 3000 стоит. 85 хлопка, 15 лиоцел, 132 нити. Когда добавляется лиоцел, плотность ткани ниже, но при этом по плотности, по визуалу, по толщине она кажется толще. Вот такие постельки, очень их любят заказывать почему-то мужчинам. А здесь у нас два рисунка внутри одной постели. Ром. И вот такая полоса. Теперь давай разбираться, что это. Однушка стоит 2600, двушка 3500. Здесь 100% хлопок. 110 нитей. Но здесь фишка именно в самой обработке. То есть, ну, тактильно, как махровая постелька. То есть это более зимний вариант. Летом, я думаю, под ней будет жарко. Скекмал и платмал. У меня ощущение, что они даже одинаковые. Лиоцел 208, а здесь хлопок и лиоцел. Хотя по тактильности нет, разницы есть. Вот здесь чистый лиоцел. Те, кто хочет именно лиоцельное постельное белье, однушка стоит 4, двушка стоит 5. Прям гладкая-гладкая. Здесь 15% лиоцела. Вот, кстати, разница прям очень ощущается. 15% лиоцела, однушка у нас стоит 2400, двушка стоит 3. То есть, ну, разница сама собой разумеющаяся, но лиоцел служит очень долго, примерно как лен, и он не надоедает. То есть вот это вот тактильное ощущение гладкости, на нем очень приятно спать. То есть, ну, вообще, по-честному, если ты один раз на лиоцельное постельное белье подсел, потом с него сложно уйти. Очень много появилось таких весенних мотивов. Люб Ню Клар. Двушка и однушка скоро появится. Пока не видишь, как теперь Икея интересно делать. Товар еще нет. Образец уже есть. 200 нитей, хлопок и лиоцел. На будущее когда-нибудь, через полгода появится. Пусть висит, новинку же надо. Платмал, то, что мы сейчас смотрели в зелени, есть точно такое же в розовом цвете. Дальше вот такой хлопковый, такая постелька. Сельсхор, она есть в розовом и в сером цвете. Однушка 1800, двушка 2300, 209 нитей.
Это тоже вариант именно на зиму. Ну, хотя кто-то, может быть, предпочитает такие теплые постельки и в летний период. Еще одна интересная постелька, это уже летняя коллекция, будет Monogress. Однушка у нас будет стоить 1000, двушка стоить будет 1300. 104 нити, интересный рисунок. Ну, новенькая, свеженькая, желтенькая. Вот так я могу по ней сказать. Так, сейчас посмотрим, что у нас есть из простынок. Кстати, ульвида в розово-красном оттенке неплохо к этой постельке подходит. Ну, как-то... Я не хочу на красной постельке, например, спать. Мне кажется, постелька должна быть более спокойного цвета. Ну, по простыням все как обычно. Я охлаждаюсь. Одна сторона у подушки охлаждающая. Подушка Кварнвен 4000. Эргономическая подушка с разными сторонами. Упругой пенополиуретановой и охлаждающей с тканью другой стороны. Вот здесь прям... Ой, хорошо. Я люблю на холодном спать. Я тебе морозильник куплю. Ну, ты же мне не положишь морозильник. Ну, есть эффект. Есть, классно. То есть прям холодненько-холодненько. Да, не совсем, но слушай, но это реально спасение, чтобы я весь день не раскрывала окна вечером. Угу. И вам тепло, и мне прохладно. Угу. Кстати, кто уже взял? Смотри, как она упакована. Это новая для IKEA, да, чтобы в таких картонных коробках. Странно. Место очень много занимает. Место, да, занимает много. Насчет места я с тобой согласна полностью. Глип. Гибкая корзина для белья, цвет розовый. В эту корзину удобно складывать влажные вещи недовольного мужа. 299 рублей. А пластиковый? А он силиконовый? На пластиковый. А ты выпендрилась. И появились новые прищепки. Я еще хотела сказать, перчатки. Упала. И что, ты задел? Да, я задел. Ты что, сколько места занимаешь? Рюкзак, да. А, да, там же моя косметичка. Даже ребенок обиделся. Так, давай с прищепками разбираться. Смотри, какие интересные прищепки. У них сразу есть хвостики, за которые можно дополнительно что-то еще... Угу. Еще подвешивать. Набор прищепок стоит, кстати, недорого. 99 рублей за 8 штук. Это чуть больше 10 рублей за прищепку. То есть, смотри, крючок-то получается вот так, да? Вот. То есть мы можем за что-то еще дополнительно как бы зацепиться. Интересно. Так, ладно, не будем застревать в прищепках, пойдем по отделу ванны пробежимся. Так, мы в отделе с постельками, да, с полотенцами. А, халаты появились новые. Бельвен бежевый, размер LXL и SKM-ка. В принципе, 1600, ну, получше, чем Драган, более такая плотная махра, вафельная ткань, но он короче, намного короче. Если этот бежевый вафельный халат вот так, этот будет вот так примерно. Показать пока не получится, там занято. Так, смотри, какие тапки появились. Ну, это, наверное, прям вот, да? Почти. Ковисьон. Пошли искать ценник. Шторки для ванны исчезли совсем. Скоро как вид пропадет. Да, вот они. Сковельшон. 229 рублей. То есть такой комплектик примерно, ну, плюс полотенце добавить, за 2000 перевалит. Так, полотенце, банная простыня. Димфосен. Дим. Димфосен. С бантиком, даже с розовой ленточкой. 100 на 150. То есть тонковастенькая, но ценник адекватный. 599 рублей. И точно такая же белая. Пошли, не будем мешать, пойдем в полотенце. На фоне вот этих полотенец у людей была тихая истерика. Почему IKEA в два раза ценник подняла? Они были 99, потом резко за одну ночь стали стоить 199. Так, с полотенцами вообще все туго. Вот если ты покажешь, пройдешь камерой, да, все, что желтенькое, это скоро появится. То есть полотенец реально мало. Поэтому если полотенца срочно нужны, то куда-то в другое место. Хотя полотенца, как у IKEA хорошие были, так и есть.
А полотенце белое Hembuden 40x70, 399 рублей. Made in China. Двухсторонние. С одной стороны стандартная махра, с другой стороны с выбитым рисунком. И киевские полотенца, на самом деле, друзья мои, служат долго. Я думаю, очень многие из вас могут это подтвердить. Сколько просто сейчас стоит полотенце в других магазинах, я, к сожалению, не скажу. У нас есть и киевский запас, мы им пользуемся. Так, новая шторка для ванн. Но на самом деле шторок практически нет. Отдел текстиля очень усох, очень. Ронольвен. Забавный орнамент в виде капель. Ткань. Икеевские шторки для ванн хорошо отстирываются. Ну и служат долго. Что-то мой оператор, муж по совместительству, вообще перестал говорить. Не привычки. Как спортивный зал пришел, да, после перерыва. Спортслик, банное полотенце, 70x140, рисунок бассейн. Ну, классика жанра, красивый, в принципе, орнамент. Ну, Икея начинает добавлять что-то немножко нестандартное для себя по цветам. Так, дальше плавно перетекаем. Это мы уже смотрели. Здесь у нас коврики для ванны. Визуально тут нового не вижу ничего. Пойдем в эту часть. Вместо белого появился серый. Финснем, самый бюджетный коврик. И, как помните, да, лайфхак от Маши Сбора. Кстати, она нас снова зовет на снять обзор. У нее там обновился интерьер. Можно использовать просто на подоконничек. Пойдем посмотрим аксессуары для помывочных. Может быть, здесь что-то новое появилось. Так, это все было. Щетки. Кстати, по щеткам кто-то доволен, кто-то говорит, что Г полное и вообще, в принципе, больше никогда не возьму. Поэтому здесь мнения полностью разделились. Так, пойдем заглянем в аксессуары для ванны. Так, новое полотенце 199 рублей, 4 штуки, разноцветный сильвал. 199 рублей, грязно-розовый, грязно-зеленый, грязно-синий, грязно-желтый. Ну, такие застиранные оттенки, как будто несколько... Застиранные. Ну, застиранные. Не согласен? Постельный. Постельный, да. Элькон, мусорное ведро. Постельный. Вот специально меня путает, а я еще и слушаю. Я еще вижу, да? Да. Мусорное ведро Элькон. Цвета есть еще бежевый, темно-серый. На самом деле цвета меняются постоянно, в зависимости от того, какая серия сейчас по Элькону в продаже. Так. Ну да, Элькон как раз появились новые дозаторы в светло-сером цвете и в таком же зеленом. Из года в год качество неизменное, крошатся быстро, смотрится классно, стильно, но с ними аккуратно нужно. Хрупковаты. Хрупковаты. Если упал на пол на кафель, все. Прощай. 100%, нет, 100% нельзя давать, 98% вероятность, что он разобьется. Проверено собственной бабушкой. Неоднократно. Вот, ну, я как раз присматриваюсь в домном над обеденным столом. Мне нравится. Он, я согласна. Прямо очень так подойдет. Я согласна. Ну стоит, конечно, собака 7000, Starlink. Блин. Светодиодный канделябр, 8 ламп, ничего не меняется. Ну потом папка сколхозит. Кулибин, Иван Петрович. Если что-то я лучше найду. Поделишься. Поделюсь. А пока у меня в приоритете стоит вот этот светильник. Дейсам. Потолочный светильник на 3 лампочки, 8 тысяч. Мы это показывали? Нет, мы это не показывали. А я вообще хотела вот такой. От нас потом потребуют обзор, а что вы хотите поставить в дом? Ну, наверное, это сделаем в прямом эфире. Будем вместе с вами, зрители, подбирать то, что будет в нашем будущем доме. Тоже новиночки. Серого цвета и белого цвета. Бунке Флу. Бежевая береза и Бунке Флу белая береза. 349 рублей. 3499 рублей. 36 сантиметров. Одна лампочка. Слушай, интересно смотрится. Необычно за счет верхушки из дерева. Такой теплый. Да, домашний. Дальше вот такая стеклянная. Подвесной светильник 22 сантиметра, латунь, 3000. Тоже необычно. Чем мы здесь залипнем? Ой, пойдем вон тот розовый абажур покажем, новиночка.
Интересно, а сколько мы уже наснимали по времени материал? Сколько обзор будет? Уже ближе к часу, наверное, чувствую. Будешь делить на две части? Нет, все равно. Подвесной светильник AirPliDen 30 сантиметров. Я не пойму, он грязный? Или он такой должен быть? Непонятно. Так, сейчас смотрим, что у нас из абажуров. Это мы, наверное, отдельным обзором сделаем. Мы ни разу не снимали потолочные светильники. Кстати, да. Мы каждый раз от них отмекиваемся, потому что их снимать неудобно. Так, вот, я эту новинку искала, мы ее в отделе не сняли. Абажур подвесной, кальфронт, 32 сантиметра. Металлический полностью. Берется подвес, лампочка, и одевается вот такая металлическая девчоночка. Так, ну что, Юрьевич, у нас с тобой еще хранение и оформление. Ты жива еще, моя старушка? И цветочки. И цветочки. Косинген, коробка 33-38 на 33. Очень похожа на дрёну, но другого качества. Ну как-то, мне дрёна больше нравится. За 500 рублей это как-то, ну вот покажи в Калаксе. Дрёна эстетичнее смотрится. Пойдем. Корзина InSwap. Как сумку можно использовать? Сомнительно. 2000 вязаная. Ну, ты, мне кажется, если умастерить, заказывать, возможно, даже дороже будет. Вот уж кто для чего использует, тут, наверное, каждый по своему разумению. Так, давай, чтобы сейчас не бегать ни тебе, ни мне, потому что я уже поднатерла ноги. Дреньос серия. Настенный модуль, что это значит? То есть два. Вообще можно просто поставить как лоток, можно прикрутить. То есть универсальность. Дальше пойдем. Так, пойдем сначала вот сюда. У Дреньос появляется новинка в зеленом цвете. Держатели для бумаги за 1000 рублей. Металлические, плетеные. Кстати, мы с тобой думали, да, каким же образом ограничитель для книг. Можно еще вот так за край зацепить и ограничить. Пойдем в крючочки. Крючок зеленый. Проходим. Пара. Парафоник. 129 рупий. Фу. Ты кораблики снял? Или дубль много? Да. Новые крючки накопали, но пара называется, зеленый кораблик. Пока настраивали камеру, решили, что можно вот так соединить и между собой чем-то сцепить. Купили сначала ребенку пол кораблика, потом еще одну половинку кораблика. Сцепили целый кораблик. Добрые родители, да? Так, поворачиваем налево. Налево мы повернули, а показать-то нечего, потому что убрано. Слушай, по-моему, если я не ошибаюсь, это в рамку Фиксбу, да, положен этот бумажный лист, на который, как только он появился, многие цапнули, а потом поняли, что это кусок бумаги, и за ним ухаживать не получится. То есть он такой полуодноразовая история. А ручки, вообще вешалки. Кстати, очень удобно вешалки перенесли. Они всегда были вот там в отделе хранения, высоко. Люди до них не добирались, невозможно было потестить. Но здесь я хочу вот что показать. Настенный органайзер, такая мини-ключница, левла. Сюда еще какие-нибудь крючочки приделали, можно было бы как ключницу использовать. Нам только раздавлю, такой не хватает. Да, у нас все ключи болтаются, где ни попадя. Фиг знает где. Раз, два, три, четыре, вот по четыре связки, а вот здесь ключи от бибик. Угу. Давай цап-цап? Можно. И вот смотри, еще какая вертикальная вешалка для одежды. Кстати, хорошо спиннингом с нашим будет сочетаться, да? Да. 599 рублей. Очень полный. Кстати, и мы как раз вот это белое уберем, наверное. Школьный вот этот у нас грет. Да? На который сейчас висит? Да. А это просто к стене. Угу. Первый раз за весь обзор новинок я скажу, что это бюджетно для этой вешалки. То есть ценник ниже, чем функционал. Так, плавно втекаем в отдел хранения. Иди, подивись. Серия стук, неизменная серия стук, появилась просто в чисто белом цвете. Наконец-то. Она была и серая, и синяя, в принципе, есть и розовая. Наконец-то теперь в белом цвете. Мелкая клетка так и осталась, но ее незаметно. Перемещаемся к новинкам.
чехлы для хранения, новые Корфан, хемофиксары. Язык сломаешь. Покажу на примере одной, потому что они, в принципе, все остальные отличаются уже размерностью. Хорошая плотная ткань, полноценные молнии и, главное, особенность, почему цена такая. Они на жестком каркасе. То есть здесь жесткий металлический каркас. При этом все это разборное превращается в хорошую плоскость. То есть по факту это прям полноценные подкроватные ящики. Были бы они еще однотонные, ну вариант, да, представлен, мне кажется, цены бы не было, можно было бы прям вообще как полноценную прикроватку использовать. Вот их очень много, разных форм, вплоть даже до вот таких моментов, что ты можешь и сверху, и сбоку в него попасть. Дальше, за 499 рублей сумка для хранения пластиковая, подходит для сезонной одежды. Ну, фактически, знаете, я бы пинглу взяла за 139 рублей. Да, не в полоску, не черно-белая, просто белая с рыженьким, но функционал одинаковый. Пингл сейчас 139 рублей сумку стоит. Так, сейчас мы с тобой идем в вот в тот угол, где мусорные ведра. Угу. 25 литров, ведро 2000, кнёкла с откидной крышкой, с педалькой. Педалька. Безумно пахнет пластиком. Два отсека для мусора. Но выветривать надо. Мешки для сортировки мусора. 22 литра. 129 рублей один мешок. Так, еще у нас для сортировки мешок для сортировки мусора. Смотри, они на самом деле разного размера. Цена зависит от объема. То есть вот такой большой мешок 199 рублей. Эти мы уже показывали. В принципе, вот в этом отделе все. Ну что, у нас остался последний отдел оформления. Посмотрим, что он нам приготовил. Крестовик укореняющийся подвесной. Ну, на самом деле, да, пластиковое растение с имитацией живого. Маленький горшочек 9 сантиметров. В любое маленькое кашпо ставите, вот как здесь, да. И у вас визуально кажется, вот, что он прямо сейчас расти начнет. Уже готов семимильными шагами. Кстати, цветы не мешало бы тоже переснять. Очень много новых цветов появилось. Дима уже подошел, пострадал, что бетон задорого. 349 рублей птичка. Тяжелая птичка, можно использовать как грунт. 350 рублей. Купите 25 килограмм цемента, и будет вам счастье. За 350 рублей можно купить 25 килограмм цемента? Да. А ты сделаешь всем, да? Ну, там уже как фантазия у кого сработает. Вот, и цена у тебя будет еще дороже. Не будет дороже, а будет больше предметов. Хотя деньги. Эфтетенка. Еще одни песочные часики, только уже не розовые, а бежевые. Смотри, как красиво сыпется, прям кругами, да? А, кстати, у всех песочных часов, можно так сказать, разное время идет. Конечно. У какого-то приблизительно может быть 2 минуты, у какого-то может быть 3 минуты, а кого-то 2,5. Поэтому нужно приходить сюда с секундомером, если хотите выбрать более... А красивый. Зачем такой геморрой? А люди разные. А. Уже задавали вопрос по этому, да, поводу. Тогда вопросов нет. Смотри, как интересно придумали первый раз от дизайнеров IKEA нижегородских. Видишь, какой-то креатив. А вазы Мулика, сейчас они двух цветов, розовый и белый, положили разные подсветки строла. В принципе, интересно. Дальше едем. Новые свечи в розовом цвете. Даглинет. Это ограниченка нежно-розового цвета, так же, как и Клокхед свечи в таком, ну, персик розовый. То есть, соответственно, весна пройдет, а эти свечи уйдут из ассортимента. Максимум до лета доживут. Фонарь для греющей свечи Эндрум, бледно-розовый. Он есть в других цветах. Очень активно продавался зимой в красном цвете. Сейчас переходим на весну, уже идут другие оттенки. Еще один подсвечник, фонарь. Можно так сказать, внутри стеклянная колба, металлический корпус, 699 рублей, светлая бирюза, асклен, 15,5 сантиметров. Можно как, ну, как-то, да, такой элемент декора использовать. То же самое, только маленькое. Асклен 299 рублей, 7 сантиметров, уже без стеклянной колбы. То есть малыш просто идет. Так, лимитированная коллекция, это вот как раз наши товарищи.
Химбьюден, мы его покажем отдельно. С подносом прям вообще смотреться будет, конечно. Да, очень красиво. Очень выигрышно. Не вижу ценников. А, вот они, смотри. В сером, в желтом цвете. Такие подсвечнички для греющей свечи. 400 рублей. Ценник, да, дороговастенький, но это полностью нержавейка. Такие, да, вечные подсвечники будут. Поэтому тут уже смотрите сами, как оно оправдывает вложение средств или нет. Еще одни подсвечники для греющей свечки. Эрофон. Маленький такой. Романтик. Делать. Фонари. 699 рублей. Урсклия. Вот он. Кстати, неплохо для фотосессий. Можно использовать как вазу. Можно использовать как фонарь. Или а можно как ведро. А можно как ведро. Правда, дырявое, но можно. Витрина интересная. Да. Вазы разбабахали и туда забабахали. Вот они, эти зеленые вазы. Не только зеленые, их на самом деле несколько. Кностфул. Кностфул зеленый, кностфул прозрачный и кностфул зелено-коричневый. Вот они все три. Это ручная работа. Аккуратно, очень красиво смотрится. Как такой ты шар волшебницы, да? Хендмейд никогда не бывает идеальным. Всегда, везде. Какой-то маленький пузырик, какая-то выщербинка, ну, кроме трещин, да? Поэтому браком это не является. Так, направо, налево? Иди, побегись. А, то есть надо поесть, передохнуть, потом опять снимать. Так. Подарочные пакеты Винтер, которые все ждали в новогодние праздники, есть сейчас и зато с распродажей. Ароматическая свечка в контейнере, 499 рублей, тубероза. Вот она каким образом продается. В принципе, даже неплохой запах. Я не любитель ароматических свечей. Хунуксберг, декоративная тарелка. Ой, смотри. То есть на нее сверху что-то вот, да, получается. Это из Винтера, остаточки. Я тебя вот что звала, смотри, часики-то есть еще маленькие. Ой, прикольно. 399 рублей. Детеныш. Я чую, ты вот это домой сегодня увезешь, да? Не, хватит на сегодня. Подарочек. Оставим на следующую неделю. А, Клампнисы 11 на 16. Красный. Труба на крыше. Это кнопка отключения будильника. Крутите. Пожалуйста. Домик. Симпатюшный. А, да, вот она. Это больше всего в детскую. Угу. Но дети... Открутим. Нынешняя молодежь. Не все могут читать стрелочные часы. У тебя это время. Проблема, которую ты озвучиваешь всегда. Да. Плутис. Настенные часы 599 рублей в красном цвете. Слушай, ну мне кажется, мы все уже новинки показали. Смотри, это опять, да, будет... Нет, Химбьюден. Красная ваза. Интересно, да? Необычно. Угу. Но смотри, на самом деле ваз стало много. Появились интересные вазочки. Ты свою коллекцию вазонную не хочешь пополнить? Есть только вот этот. Вот этот? Угу. Выбрать есть что? Остальные все пустовато. Ну, да, вот это вот самая такая необычная и оригинально смотрящаяся. А, соответственно, так, то есть подбирается ваза уже, да, под интерьер, под то, что надо вам. Слушай, мы, наверное, это... А мы отвыкли снимать обзоры, да, Дмитрий Юрьевич? Да. Ну, пойдемте заглянем еще в рамочки, заглянем еще в картиночки. Да. Ребят, появилось очень много новых картин, особенно с ценником, они скоро появятся в магазине. Мы сейчас с Димой пришли к выводу, что... Мы идем отдохнуть, а потом мы отдельно снимаем обзор с картинами. Очень много интересных. Угу. И если мы сейчас их каждую покажем, то получится, что обзор с новинками увеличится еще минимум на 30 минут. И получится вот таким километровым. Смотреть вряд ли его кто столько времени будет. Поэтому картин много, будет отдельный обзор. Стоящий обзор будет, я чувствую, потому что у меня уже глаза разбегаются. Вот так? Да, я хочу все забрать. Поэтому...
по новинкам, наверное, мы заканчиваем. Я вижу несколько новеньких цветочков. Пойдем подойдем. Пойдем еще покажем, да, цветочки. А вижу я вот что. Новая фейка. Ну, потому что уж более натурально смотрится. Мелкая розочка, 499 рублей, причем такая роза, как будто шиповником вьющаяся. И вот такие желтые цветочки, убейте меня, я не знаю, как они называются, если это в жизни. Потому что здесь, нет, камелия это, там даже написано. Так, а вон еще красненькие, пойдем сюда туда. Ух ты, вспомнил. Да, Юрьевич. Пока ты рассматриваешь. Антитоп завезли, ребят, покупайте. А у нас живой. А бабушка у нас одна умудрилась навернуть. А, фейка герань, 1300, считаю, дороговато. И не совсем натурально выглядит. Вот если предыдущие мы смотрели с росточкой, с камелией, выглядит неплохо, на герань, похоже, не шибко. Так, слушайте, наверное, по новинкам все. Потому что остальное смотрю, так мы их уже показывали в Краснодаре. Друзья, огромное спасибо, что вы досмотрели до конца. Да, я чувствую, обзор очень длинным получился. Да, потому что мы и уже так это... досмотрел до сего момента, ставим лайк и пишем комментарий. Что вы большие молодцы. Да, я досмотрел до конца, и это будет достойно уважения. Потому что не каждый человек смотрит такие длинные обзоры. Обзоры, да. Друзья, поэтому благодарность еще раз. Не забывайте, что мы сейчас, да, возвращаемся в обычный режим. Я очень надеюсь, что Диму иногда будут строители отпускать. И скоро он будет сам уже строителем доделывать все один. А такие перспективы грозят. Мы будем снимать теперь опять в обычном режиме. Единственное, конечно, печалит, ну, мало что есть. Потому что вот так вот взгляд прям вот не попадал, что вот это, вот это, вот это. То есть нужно, но опять же, да, ассортимент поменялся, нам есть что вам показать. Поэтому еще раз благодарность, не забывайте подписываться, делиться. Да, мы дошли сейчас до серебряной кнопки, но растем и увеличиваемся дальше. Все наши соцсети внизу. Если хотите лично пообщаться со мной, переходите в Instagram про IKEA, оттуда попадаете в мой Instagram, либо сразу, по-моему, Дима в описании есть и мой Instagram личный тоже. А я в комментариях сижу. Пишите, да, мне. Юрьевич прямо, в Ютубе. Прямо в комментарии. Меня в Ютубе в комментариях нет. Там Дмитрий Юрьевич. Все, друзья, пока. Большое спасибо. И если кто-то решит сначала зайти в конец, а потом начать смотреть, вам приятного просмотра. Нет, вам просто приятного просмотра. Честно. Просто приятного просмотра.